Всем доброго, здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает, с вами Юлия и Мишка. Всем привет! Ребят, сегодня игрушка под названием Spartan Fist. Очень свежая игра и очень крутая на самом деле. В общем, здесь будет просто огромное мясо, мы должны будем на аренах выносить вот таких уродов. И что примечательно, здесь крутая система боевки. У нас две перчатки, три стиля боя. Да, их можно менять, если что, эти варики. В общем, варики мы попозже поменяем. Наша задача найти босса просто в этой локации, вот этих арен, и уничтожить его. Да, на этом уровне как бы, да, уничтожить и перейти на новый уровень. Да-да-да. Чувак, отлично, хороший, давно нужно способ. Было так сделать. Видали, как я о чем могу? Просто каждая перчатка, она по-своему атакует, также еще в трех стилях она по-разному есть. Видали? Фига, да ты его все, просто в кашу чувака, да. Вынесил. Может, он Миша, пожарится. аккуратно. Блин, я сам боюсь подойти. Да, также, да, кстати, правильно. У нас есть стамин для ускорения, и стамин есть также для суператаки. Например, так. Смотрите. Ой, ты че, мужик? Это не суператака, это суперхрень какая-то. Ё-моё, слушай, короче, давай нет. Давай, сгорим уже. Все, отлично. Все, проходим. Видите, нам показывают. Все нормально, не бойся, все под контролем. Я боюсь поджарить булочки. Вот, новая перчатка, как видите, у нас здесь перчаточка. Rocket Fist. По сути дела, наверное, на орбиту можно чувака отправить. Ну, я думаю, мощная штука. Да, ну, я в думаю, любом да. случае, как и сказать, готовы. Сменить нужно. Батька, видали, о, как она выносит? Как реактивная, да, такая прям. Как Iron Man просто-напросто. Это ну точно. Что, мужик, давай начнем с тебя. Блин, я уже леща от него. Ну, короче, кстати, башка его реально среактивилась. Давай еще суператаку. Да. Босс. Аккуратно, только не забывай, что тут ловушки везде. О, кстати, чувак, вот, щит ушел. Когда он щит ставит, нужно его... Ой, блин, слушай, что-то я неудачно. Ты что-то расслабился вообще, ё-моё. Тут, ребят, еще фишка в том, что играет, по сути, как рогалик. Да. То есть, если вы подыхаете, да, то... Блин, слушай, ё-моё. Пёс. Какой-то появляетесь и начало. Можете, да, да, прокачаться чуть-чуть. Да, что-нибудь прикупить. Как видите, у нас сверху справа есть очки вот эти. Как раз их можно потратить на ХП, на свои перчатки. Хорошо ему харю начистил. Слушай, да, мне прикольно. Нравится. Знаешь, так, как грушу вот баск. Эту. Ох, вот жестко, этот стиль, он как раз апперкотом работает. Ну... Мне кажется, ну он все, сейчас валится. Ты уже его в воздухе, да, уничтожил. Меня и аккуратно, да, Миша. Блин, жестоко я, конечно, у тебя влетел. Хипов уже, да, вообще. Мне кажется, нет, мне просто. Хана. Это просто уроды. Их, не так, знаю, ну таких. Это, как сказать, ничего страшного. Так, ну что, ребята. Так, вон они уже ждут твоих кулаков. Кулаками. Аккуратно, сзади не подходи. Да мне что-то не сзади. Блин, они сейчас все... Миш, ты сзади стоял, блин, там ловушка была. На самом деле, ракетная штука очень фиговая. Я не буду ее больше брать. Ну, зато проверь. Все, начинаем заново, так, с новыми вот, силами. Так, вот Мишка, короче, собрался, как видите, и разобрался. Новые кулаки дают. Сейчас нам дали лапу медведя. Во, еще есть такая лапка. Ну, я не знаю, конечно, блин, это перышко лапа. Она, по сути дела, слабо атакует, но, в принципе, хорошо. Быстро, да скорее всего. Ё-моё. Тебе прям не везет. Мишка, тебе не везет. Со всех сторон. Вот это спаун. Это сложный так, уровень ладно. Какой-то. Опа, медведь, так, кстати, неплохой. Так, а перышко? Ага, все, перышко такой себе. Так, нужно сменить стиль боя и разместить его, все. Двоечки. Так, сейчас двоечки будут сейчас. Мишка, аккуратно между так. вот этими ловушками нужно ходи. Убрать, убрать, что я она говорю. Делает? Оно мешает просто а, мне ну, пройти. Так, Миша, своя мужчина, система. У меня к вам разговор есть, можно вас... Так. Да блин, мне какие-то руки корявые дали, серьезные, руки-базуки, не иначе. Это твои в реальной жизни, ладно. Да, Миша? Так, и бать! Вот так, видали, отлично, как спецэффектно все. Отлично. Так, нужно удачно. Юль, ты давай у нас поумнее вот... в этом плане. Да, я удачно... не знаю, давай налево, ты уж тут стоишь налево. Ближе. Так. Не будем, знаешь, рисковать и опять через эти ловушки проходить. Есть еще на перчатке эффекты. Вот это эффект, чтобы сбивало посильнее, подальше наших противников. Так, ну, кстати, это не... Так, неплохая вот это мне... блин, вещь. На самом я думаю, деле... полезная, полезная. Их слабая на ловушке перчатка. Удобно будет так. отталкивать. Надо как-то их просто ударил, отошел. Видишь, вот этот да, тебе сильный. Нужно более, как сказать, грамотно стратегию выбирать. Все. Ты потому что подходишь, во. Начинаешь их мутузить, да, здесь но так они не тоже получится. Успевают тебя ударить. Вот, кстати, можно еще взять цель, грубо говоря, и так пытаться их завалить. Но мне не особо нравится на самом деле. Мне больше нравится, когда свободная так, камера. Так, аккуратно, вот видишь, да вот тут этот чувак рядом. Фу-фу-фу. Видали, каким я стилем. Добить надо, добить. Ё-моё. Да короче, стиль удар курицы. Макаки. Макака разбила все его. Ну и так, все, мне кажется, вот этот последний. Чувак, Мишка, аккуратно. Ты вот реально да, блин, принимаешь... мне перчатки надо сменить, на самом деле. Опрометчивые решения. Да какие промечивые? Только медведя. Медведя не меня, я так, думаю. Не, медведь... Он хороший, вот сюда ну, реально пойдем. Так, слушай, а может быть, знаешь, что, типа... А можно да, ну, нафиг, во типа, все да? разместить? Да, давай попробуем туда еще сходим. Может быть, там что повеселее. Так, вот здесь лапа нарисована. Блин, на самом деле, здесь так много карт, ну как повезет. О, новый перчатки. Блин, ну опять курица. Нет, нет, нет. Ну, ладно, пойдем просто прямо здесь. Мало да, чего. А мне кажется, нужно было в другую да, карту. Ну, а можно или вернуться? Можно, да.
Выиграть. Слушай, а ведь реально, мы же ищем босса, по сути. Да, давай, нам нужен босс. Как сказать, найдем его уже. Ну, давай туда прям пройдем и так, все. И... Мы где-то вот что-то разбили, но не доразбивали. Пойдем здесь, все уже. Все, пофиг, погнали. Короче. Разную. Ох, какая хорошая карта. Ай-яй-яй, да, очень! Так, воспалил. Он умер у нас на глазах. Ну, кстати, в принципе. Ого, тут много кто на глазах. Аккуратно, только. Все. Ого! Так, слушай, а здесь. Четко тупик. Ты его высек. Это а, ты его или... чем так? Слушай, серьезно, где кто-то еще остался? Кто-то остался, скорее всего, Миш. Так, нужно найти. Ага. Вон! Аккуратно. Все, мужчинка, давайте вам бах. Ага, он в блок, ушел. Но не проблема, сейчас его расшибем из блока. И сейчас сгорит его так. Остатки. Так, еще кто-то еще остался. Кто-то остался. Ух, Миша, ты, блин, это мы остались. Я надеюсь, останемся. Такое чувство, кто-то вот здесь в углу тусовался. Да, вот он. Да-да-да. Блин. Трус! Ай, трус, сейчас от меня ничего не останется. Че он тут, все? Вон дверь, ё-моё. Так, ты, Миша, аккуратно между вот этими проходи. Нет, тут, конечно, против Миши жестче всего именно ловушки, блин, работают. Так, ну это типа на ХП у нас. Ну давай вот эту руку прокачаем. Да, вы же давай, выбираете, давай, какую давай, руку давай. Прокачать еще. Так. Так, а мы здесь были, кстати, в этой комнате в самом начале. Ну, а, ну слушай, то есть мы вернулись. Да, мы можем петлю сделать, в принципе. Вдруг поудачнее или где-то. Опять же, такая же похожая карта. Так, аккуратно, только Мишка не наступи. Прямо пойдем. А, да, кстати, мы вот здесь не были. Вот, так что это, я думаю, может быть, получше будет. В принципе... Ну, здесь ничего нету. Надеюсь, нам повезет. Так... Ну, как сказать, ну, новые враги, ну, хотя бы. Ну, хотя бы меньше ловушек. Так. Меня уже это радует. Включу вот этот стиль. Так. Нет, этот стиль такой. Ого! Ну, кстати, он неплохой. Единственное, только, Миш, аккуратней, потому что, видишь, они к тебе набегают. Все, нормально. Стиль аккуратно, кобры. Аккуратно, аккуратно. Бобры. Так, нужно пробить его щит. Бобра-кобры, все. Он еще выжил. Чего ты там машешь нам своими культяпами? Все, разбили. Вот этого надо размесить. Пощам. Он более мощный, кстати. Давай, миси. Все, отлично, в кашу просто. Блин, сейчас мы в кашу. Прям отходи. Все, сейчас нужно вот этот хороший, когда сверху. Мне кажется, надо к ним сбоку забегать. Так, слушай, еще кто-то еще? Выжил. Вон одна чушка, башка торчит. Так, что ты махаешь? Иди на. Прям в глаз ему. Все, отлично. Туда, ну, поперли. Пошли. Ну, я надеюсь, что теперь мы. А кстати, здесь тоже мы были. Большая, на самом деле, арена. Да здесь какая-то. Вот именно как повезет. Опять же, сейчас куда, направо или прям пойдем? Да. Давай. Блин, сначала разберем. Мы здесь не были. А что вы не горите? Эй! Вот, блин. Ты, может, ты активируешь? Все, сейчас я его. Вот эти ловушки. На нафиг. Так, отлично. Мы этим аккуратно, самым... слушай, вот эти, правда, частички, они мешают. А, блин. Вот пес. Ну сдохнет уже. Сзади бы не подошел никто. Так, кто там еще остался? Буквально ничего. Двое остались. Почему они реально не горят? Походу, на тебя только реагируют эти ловухи. Так, он сгорел. Ну, на них тоже реагируют, но не очень хорошо. Так. Давай вот сюда. Давай, пошли в ближайшую вот комнату. Ну, мы есть что можем... О, вот это вещь важная. Короче, здесь вы платите своим кулаком. Давай только не медведем. Ну, не, медведем мы можем отдать, и нам более крутой медведь даст. То есть это восполняет ХП. Давай его, давай его. Мы думать не будем. Ну, а теперь самое интересное. Так, босс. Пойдем в другую. Кстати, дверь. ХП восполнились. А, вот уже басарь, по сути. Нью-макс. Ой, блин, ты что, не охренели? Я вообще заставку смотрел, и сейчас получил. Так, Миш, аккуратнее, мне кажется, вот с ним нужно обязательно сзади заходить ему. Видали, какая атака? Нифига себе, я ему бахнул. Да, только единственное, он тоже по тебе попал, Миш. Ну ничего, сейчас мы его... Так, давай двоечки. Так, размужим его. Опасность, так, оп, ситуация. А так он проводит, а мы нужно ему... реально как бы его подразнить, чтобы он ему... Ой, напал, куда улетел? Напал на нас. Да, ты права. Опа. И в этот момент размужим, мы ему вмажем. Размужим. Оп. Что он делает? На самом деле, как сказать, вот такой техникой, ну, я думаю, со временем легко можно завалить. Оп, иди сюда. Не все удачно сложилось, на самом деле, у нас с этими перчатками. Ну, хотя бы нашли, но знаешь, вот эту варигу. Нам очень повезло. Именно вот этот стиль, именно эта варига сейчас нормально так решает. Да. Смотри, как сносит. Почти завалил да его, капс, Миш. Да. Почти сейчас завалил. Сильную атаку. Ты просто постарайся поменьше хипов потратить. Мы, короче, прошли этот уровень, этот этаж. Это было потно, на самом деле. И да, сейчас мы появимся на новом этаже, как видите. Так. Здесь совершенно другая стилистика. У нас, кстати, опять хипы восполнились. Да, это, кстати, радует. А я думал, что не... Да курячие лапы. Как вагончик, кстати, да, похоже. Так на и есть. Ого! Так, они уже нас крыска. Тут встречают. Кстати,
Ах, ты в щит ушла. На, получай, похарь. Успел вмазать. Теперь добиваем тебя в кашу. Походу, здесь басарь тоже какая-нибудь крысятина будет, походу, мне кажется. Походу, что так и есть. Так, слушай, а где еще слушай, друзья? Слушай, прям твои? Как с лабиринтом. Ага, вот. Ой, их тут целая. Ай, стамина нет. Так. Так, лапками его. И добей, пока он не успел. Опа. Включить щит. Сейчас я вот так. А потом. Слушай! Ой! Тихо. Это было почти прикольно. На ловуху. Вот это мне нравится, когда начинает включаться. А, нет, не этой лапы. Какой блин, там Миш, вот аккуратно это. Сзади может зайти, чувак. Когда месиво-то не у этого персонажа? По-моему, у другого. Точнее, не у этой стихии. Вот у этой, есть, вот у этой, да? Месиво вроде это. Бы. Блин, почему или, ты... Или у... Ай-яй-яй, да, вы чё? Да, вот, слушай, вот у этого, у апперкотов, по-моему. Блин, уперкот это вот так, он сверху вместе. Да. А иногда у нас был как-то... Я уже не помню, короче, что с кулаком был. Короче, мы запутались, ё-моё. Ладно, я возвращаюсь. Большие, как сказать, много вариантов. Сложно, блин. Сложно. Вот нужно обязательно еще. Ты ему, знаешь, как будто пахаря прям надавал, как будто варягой. Двоих-то я завалил, но где, кто еще тут? Вот непонятно, кстати. Так, какой ты... Блин. Что это такое было? Ловушку не заметил даже здесь. Ага, вон там два ребята. Аккуратней, да-да-да. Мы, ребенка, скорее всего, просто не добили. Ты их оббежал. Аккуратно, Миш, реально. Да, тут эти ловухи. Да, блин, слушай, здесь реально запутаться можно. Ты еще раз обойти, все пройти. Это. Аккуратно так. К стенкам близко не держись. Тут порой ловушки. Ну что, давай. Вот как здесь сейчас, например. Куда пошел? Не прижимайся, блин, к стене. Надо вот... Ай, вот про что и говорю. Да что такое? Вы заколебали, на самом деле. Сильная атака, давай. Может, да, они сгорят, не? Слушай, на смотри, самом деле, мне делают. Бы уже давно... В замкнутом пространстве тяжело тебе, конечно, с ними кулаки приходится. Кулаки сменить, на самом деле, надо бы. Против курячей. Да ты достал, смотри, что он делает. Мясник какой-то. Слушай, тебя босс не завалил, а вот этот почти высек. Все. Один. Да ну, блин, как я не знаю. Неудачный, вот некоторые уровни реально да как-то не так уровни. Сгенерированы. Я тебе хочу сказать, сложно. Кулаки мне нравятся вот так. Эти. Он неудобный, пока я тут размахнусь, он сильный, но долгий. Ну... А вторая вообще бесполезна, беспонтовая какая-то. Так, вот это какая-то. Что у нас? Какое-то мясо здесь. Да, тут небольшой взрывной эффект у нас какой-то, но пофигу на него. Ого. Так. Как будто прям лес какой-то. Нужно вот атаковать. Блин, когда вот он атакует, нужно аккуратно так. Так, он в блок ушел. Давай реально сзади вот здесь. Вот так вот. Вот, так отлично, мясо. Отлично, отлично, чтобы не успел опомниться. Тут еще есть. Блин. Ого! А, это он умер, так. А, я уж думал, совсем офигел. Так, чувак, давай с тобой вот этой штукой все. Вот это плюскает вообще здорово, на самом деле. Вот только с этим. Ай, блин, стены постоянно сейчас ловушки. Черт возьми, да. Этот сгорел. Вот так, этот все. Остался. И мне кажется, еще кто-то есть. А-а-а, да, подо вон мной. Эти. Ой, слушай, мышей эти тут дофига на самом деле. Да. Ё-моё, вот этот уже как бы этаж более сложный на самом деле. Да-да-да-да. Кошки, согласен. Которые были вот такие тоже в скафандрах, они на самом деле фигня по сравнению вот с этими крысами. Блин, не, крысы, ух, поджарился. Отлично. Повезло. По-моему, просто, двое вон последних остались. Вот эти. Чё-то тут бегают, танцуют. Отходи, отходи, ты видел, он тебя прям... Опа, отлично, все. Отлично. И добиваем, добиваем, добиваем. Месим. Надо еще раз использовать эту штуку. Так. Опа. И куда не промахнулись? Туда. Нет. Огонь еще. Это ловушка была, блин, здесь. Блин, я никак, Миш, не попаду. Их уже заклинило, это мужиков. Так, нужно выбрать, блин, вот это. Такое чувство, знаешь, как будто ты дефибрилляторы я готовишь. Лещик словил. Вот сюда можно зайти, как раз прокачать какие-то вещи. Максимальные хипы можно. Да, но на самом деле некоторые вещи очень дорогие. Также вы можете, как сказать, максимальную стамину. Кстати, вот она дешево стоит. И свои перчатки прокачать. Также вот первоначальные перчатки, которые даются. Но, знаете, я могу сказать, в этот раз нам очень не повезло с перчаткой. И, как Юля уже говорила, нас, к сожалению, выкидывают со мной. Вот это, кстати, перчатки толковые. Они стандартные, вот, без всяких проблем. Как всегда, как но всегда. Я думаю, что стоит на этом закончить. Я уж не знаю, как по поводу, да, продолжения. Да, игруха крутая, как просто, же, ребята, да, обязательно имейте в виду, попробуйте. Что такую игрушку нужно попробовать. Посмотреть, что если понравится, обязательно отпишитесь, скажите, как вам она. Ну, а пока на этом все. Всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.